сейчас. Рад приветствовать вас в уютном зале, в дубовом зале Союза композиторов Санкт-Петербурга. Сегодня у нас концерт посвящен Дню защитника Отечества. Сегодняшние программы представлены произведения петербургских композиторов, знакомые и незнакомые, посвященные герою, воину, защитнику Отечества. Открывает наш концерт Сергей Прокофьев, песня «Девушки» из кантаты Александр Невский. Сергей Слонимский, «Не с теми я, кто бросил землю» из цикла «Русские леди» Анны Ахматовой. Андрей Петров, «На кургане». Исполнители: Лариса Поминова, вокал, Ульяна Петрова, фортепиано. Ooh.
Будет каждый час.
объявить следующий номер нашего концерта. Это будет мое произведение, композитор Владислава Малаховская, отрывок из симфонии, которая уже написана, но еще никогда не исполнялась. Там есть один вокальный фрагмент на стихи прекрасного поэта Дмитрия Мельникова «Напиши мне потом, как живому письмо». В данном случае будет под фортепиано исполнен фрагмент, исполняет Виталий Новиков, баритон, и Андрей Фомин, фортепиано. Yeah.
Спешим, молимся, пока. Thank you.
композиторов. Меня зовут Елизавета Панченко, и я имею честь сегодня представить свои сочинения, приуроченные так или иначе к теме, посвященные теме, вернее, будет сказать, Отечества, его непростой судьбы вот прямо сегодня. Сейчас прозвучит, у вас в программках написана другая песня, однако наш исполнитель и композитор Петр Иванов, к сожалению, сегодня заболел, и по счастливому совпадению мы с Александром Пахмутовым делали несколько лет назад песню на стихи выдающегося, не побоюсь этого слова, донецкого поэта, коренного дончанина Владимира Скопцова. Песня его, на его стихотворение «Не измени своей земле». Родилась эта музыка в 2018 году, когда я работала над большой литературно-музыкальной композицией «Россия, не бойся, мы с тобой». Эта композиция целиком посвящена текстам поэтов блокадного Ленинграда и современных авторов Донбасса. Все тексты, которые публицистика и поэзия дончан были написаны в 2014, 15, 16 и 17 годах. Стихотворение Владимира Скопцова «Не измени своей земле» написано в 2015 году, и вот оно живет такой жизнью. Солист Александр Пахмутов. Mm-hmm.
Звали ее Надежда, учительница в школе, и был у нее ласковый сын сероглазый. А когда началось на временном расколе, ушел на войну, не сомневаясь ни разу. Отложил мечты поехать когда-то к Байкалу. Отложил мечты, повзрослею, мол, подрасту. И слышался сердце стук, и колесный стук, и большая страна за окном вагона мелькала. И было ему 33. Как Илье Муромцу или Христу. Когда она прочитала «Погиб самый светлый парень», ей даже имя не нужно было, и так поняла. И был сентябрь горячей кровью ошпарен. И оскол река, как из бутылочного стекла. Гробу, сдержать не могла вой. Господи, почему? Господи, для чего?
И открыла надежда глаза, а рядом более никого. И только плат на плечах чужой, сияющий, огневой. А я сказал, что Володя подписал контракт с ансамблем «Песни и плясок». А это как раз очень недалеко. Инна живет на Загородной. И говорит, что через ее знакомые кто-то, да, Инна, что они ездят каждые две недели на фронт с песнями. Это сегодня. А мой отец во времена Великой Отечественной войны в этом же ансамбле тех лет тоже ездил на фронт с песнями. Это стихотворение монахини Феодосии из Никола Кольбинского женского монастыря. И сейчас оно прозвучит в музыкальном формате. Не брат,
нашу программу мои произведения. Антон Танонов, «Бессмертный полк», на стихи Дмитрия Дарина. Исполнители Александр Пахмутов и ваш покорный слуга Антон Танонов. «Козырка». Эта песня была написана к дню военно-морского флота и уже прозвучала на боевых кораблях нашего Балтийского флота. Посвящается балтийским морякам. Прошу. Без козырка, бледным якоря просолилась ты, родная. 10
зарях. Сам Нептун присвистнет, как сойдет на пристань молодой. На затылке без козырка Лепный покричал, а моряк всегда с улыбкой сходит на плеча и пойдет себе в развалку молодой матрос. Вот вам плоская закалка, вот вам плоский порт. Без козырка, летним якоря просолилась ты, родная, в десяти морях. Потому что флотских лучше на всем свете нет. И девчонки в платьях легких шепчутся тайком. Крепче парня с мореходки не найти кругом. Без козырка, летним якоря просорилась ты, родная, в десяти морях. Потому что шел отважно на девятый вал. И на дашке ленты Ирки ночи напролет будет сниться без козырка и балтийский флот. Без козырка, летним якоря просолилась ты, родная, в десяти морях. Сам Нептун присвистнет, как сойдет на пристань молодой моряк. Сам Нептун присвистнет, как сойдет на пристань. Шедевры Исаака Шварца и Бениамина Баснера в исполнении Александра Пахмутова. Кавалергарды и дом, и потом сладоком поет труба, откинут волк. И где-то слышен сабель звон, еще ракочет голос струнный. Но командир уже в седле, не обещайте тебе, юной, любовь вечной на земле. Не обещайте тебе, юной, любовь вечной на земле. Мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир подлунный, лежит тревога в ночеве. Не обещайте тебе, юной, любовь вечной на земле. Не обещайте тебе, течет шампанское вино.
сторожит шалит осторожно по пригону, и ночь от этого нам кажется темнее, который месяц не снимая гимнастерку, который месяц не расстегивал ремни. Есть у меня в запасе низ от снаряда, и сети вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери до гор с родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как инцель, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, махнем не глядя, как на фронте говорят. Случайным расставаться не скорбя, вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Откуда кучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощанье обменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой нам на прощанье обменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. Сейчас.